добрым человеком был. Я с ним с раннего детства дружил. Он часто в гости ко мне приходил. Я его тяжелый рок слушать приучил. Потом в армии мы были. Ну, после армии решили группу создать. Группа «Залп» и тяжелую музыку играть. К тому времени «Напалм Дэт» в почете был. О, Виталий Николаевич очень эту группу любил. Мы тоже решили в этом стиле играть. Даже решили на студию «Рейх» написать. Нам ответ прислали и сказали, мы очень удивлены тем, что кроме того, что слушают нашу музыку в той стране, где по улицу ходят медведи, а еще пытаются играть, ребята, пришлите нам свою демоленту. Мы хотим вас в Англию позвать. Ну, что-то все начали куда-то бухать, в дурдомы, водку жрать. Короче, не записали мы эту запись. Ну и пиздец. И как бы звездами не стали, про нас все забыли и долгое-долгое время про нас и не знали. Потом появился женек, в группу «Адовый мужик» Виталика позвал. Виталик там достойно-достойно выступал. Но, к сожалению, всякую хрень часто он выпивал. Ну и, скорее всего, из-за этого в ящик сыграл.